Мур, привет, друзья! С вами Зверько, а это гайд на старичка-стрелка Клинта. На Клинте и Бальмонде я брал легенду еще в третьем сезоне. Клинта изменили, он переживал взлеты и падения, благодаря изменениям предметов. Как же сейчас играется Клинт? Сейчас он хоть и не популярен, но держит неплохой процент побед, благодаря опытным игрокам. Давайте начнем, как всегда, с навыков. Первый навык – дымовая граната. Клинт выбранное место бросает гранату, которая наносит урон и замедляет противника. Кроме того, на противников в дыму накладывается дебаф – шанс промахнуться базовой атакой. Чем выше уровень, тем шанс промаха выше. Поэтому максим навык в первую очередь. Вообще, этим навыком удобно поддерживать союзников с безопасной дистанции. Например, кинуть на пути преследователя, чтобы замедлить его. Второй навык – аркан. Выбираем направление и бросаем в ту сторону болос. Это так называется оружие, состоящее из трех шаров на веревках. Клинт же отскакивает в другую сторону. Болос наносит урон и замедляет цели. А клинт, в свою очередь, может перескакивать тонкие препятствия. Этим навыком можно подскочить к противнику, отскочить от него или помочь союзнику. В общем, это наш маленький эскейп. Ульта. Гаубица. Клинт выстреливает здоровенным снарядом, которых он может хранить до 5 штук. Как бы и все. Чаще используется для активации пассивки, поскольку снаряд наносит не так уж много урона, имеет скорость полета, а значит есть шанс промахнуться. И на него не работают криты. Главное. Пассивка. Быстрый выигрыш. После применения каждого родного навыка клинт при нажатии атаки выстреливает из своего рейлгана за спиной, нанося 120% урона всем по прямой, и есть возможность наложить отрицательные эффекты, да еще урон критом. А вот основа современного клинта. Ее переделывали много раз, балуясь наложенными эффектами. Эмблема. Чтобы взять из эмблем, я предлагаю взять стрелка с первым перком, который увеличит урон за выстрел, ну или можно третий перк на замедление. Способности. Тут к чему уже привыкли. Можно сыграть через лес с возмездием, а можно взять вспышку. Да, что захотите. Вдохновение при моей тактике бессмысленно. Сборка. Если собрались играть через лес, покупайте нож сразу же. Об этом будет отдельное видео. Обувь демона. Тактика стрельбы клинта потребляет много маны. Тапки демона позволят поддерживать количество маны. Ярость берсерка. Поскольку пассивка может критовать, это даст нам массовый крит. Бесконечная битва, много всяких бонусов, в том числе чистый урон по всем целям, раньше совмещали с поясом, но это устарело, поскольку пояс наносит урон от хп, а у клинта хп мало. Опять ярость берсерка. Почему не фантом? Потому что ярость дает больше физического урона, а на скорострельность плевать. Ветер природы позволит перестреливаться в лицо с другими стрелками и увеличит исцеление. И, конечно, клинок отчаяния для увеличения урона. Тактика. Клинт – это стрелок-массовик-затейник. С этой сборкой он является собой стеклянную пушку, дохнет от порыва ветра, но и стреляет мощно. Суть такова – нам придется всю игру проникаться духом боя один против многих. Это значит, что ваша цель – ближний враг. Измените настройки для урона по ближней цели. Стоять вам надо так, чтобы между противником, ближней целью и вами пролегала прямая. Так вы нанесете много урона, не подвергаясь сильной опасности. Прям как в уличной драке, нельзя дать окружить себе, а надо, чтобы противники вытягивались в линию. Клинт, в свою очередь, очень фармозависим. Первые 4 предмета прямо must have. Для смены позиции, кроме бега, можно использовать второй навык. Для внесения помощи команде и некоторого контроля – первый навык. И, конечно, не забывайте производить выстрел после каждого навыка. В ожидании массового боя неплохо бы подкопить заряды ульты. Вы напрямую зависимы от количества навыков, которые не в КД. Можно, конечно, эмблемы вкинуть в КД, но присядем по урону в секунду. При фарме держите хотя бы 3 заряда ульты, в основном используя первые 2 навыка для активации пассивки и урона по противнику. При атаке на вас, стрелка или бойца, будет не лишним использовать ветер природы. 2 пассивки от вас, и по урону он вас, скорее всего, уже не догонит. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки, которые вы, оказывается, ставите редко. Всем пока!